Привет, ты на канале IQ100500, и сегодня у меня головоломка Vortex от компании Hanayama. Уровень сложности этой головоломки 6 из 6. Это одна из самых сложных головоломок от Hanayama. Мне потребовалось несколько дней для того, чтобы решить эту головоломку, и еще много времени, чтобы понять, как я это сделал, для того, чтобы я смог это объяснить на видео. Головоломка состоит из трех частей, сделана она из металла. Каждая часть выглядит как две петли, большая петля и маленькая петля на другом конце. И вот они все этими петлями переплетаются. С обратной стороны можно увидеть, что каждая часть имеет название. У одной название AY, у второй Vortex, точнее Hanayama, и у третьей Vortex. У каждой части есть вот такие вот тут выступы, и все это очень важно при решении этой головоломки. Если тебе нравится головоломка и ты хочешь ее купить, я оставлю ссылочку в описании, где это можно сделать. Если ты хочешь посмотреть решение этой головоломки, то я его сейчас покажу, но помни, один раз увидев решение, его сложно будет забыть, и тем самым ты испортишь себе удовольствие от поиска решения самостоятельно. Прежде чем я покажу, как эта головоломка решается, я обращу внимание еще на несколько нюансов. Каждая из больших петель имеет небольшие вырезы. Вот одна петля имеет на краю вот такой вот вырез, вторая петля имеет в центре вот такой вот немножечко загнутый вырез, и третья петля имеет такой еле заметный вырез вот в этой части. Он очень маленький, но как раз его хватает для того, чтобы разобрать головоломку. Все эти три элемента, которые я сейчас показал, очень важны в решении головоломки. Головоломка разбирается первым движением. Берем большие петли и вот так превращаем ее вот в такую вот раскрытую конструкцию. Теперь находим ту часть, у которой маленький еле заметный вырез. Эта часть имеет название Hanayama. И теперь нам ее нужно будет достать из вот этой вот маленькой петли. Для того, чтобы это сделать, нам нужно другую часть, которая называется AY, немножечко передвинуть так, чтобы вот этот вот выступ был на другой стороне маленькой петли. Вот так вот. И теперь мы можем спокойненько Hanayama достать из петли. Следующий элемент, который мы будем освобождать, это вот эта вот часть с вырезом вот такой вот немножечко спиральной формы. Для этого нам нужно взять элемент, который у нас называется Hanayama, и подвинуть выше вот этой вот, вот этого вот выступа. И теперь Hanayama сдвинуть вправо, чтобы она нам не мешала. И теперь мы легко достаем из петли вот этот вот завернутый элемент. Последнее, что нам осталось, это освободить третий элемент, который называется AY, у которого на краю есть вот такой вот маленький выступ. Мы для этого подводим этот выступ к краю петли и просто продеваем через петлю. Это делается достаточно легко. В этом пазле, в этой головоломке вообще все элементы разбираются без какого-нибудь физического воздействия. Достаточно легко, если они все повернуты в нужном направлении. И у нас остаются все наши части головоломки соединены только большими петлями. Чтобы их разобрать, мы берем два элемента. В левой руке у меня Hanayama, в правой руке у меня элемент с названием AY. И нам нужно их разъединить, эти два элемента. Первым делом нужно сделать так, чтобы вот этот выступ элемента AY оказался на другой стороне элемента Hanayama.
иначе мы не сможем их разобрать. Вот так вот. И теперь легко достаем элемент AY из Ханаямы. И разъединяем AY и элемент Vortex. Вот таким образом головоломка разбирается на три части. Достаточно сложное и запутанное решение. И достаточно сложно его найти. Собирается она точно таким же образом, как разбиралась, только в обратном порядке. Берем элемент, который называется Vortex. Цепляем за него элемент AY. И цепляем за него элемент Ханаяма. Теперь переворачиваем так, чтобы элемент Vortex оказался внизу. В левую руку берем Ханаяму, в правую элемент с названием AY. Продеваем AY через Ханаяму и проводим на другую сторону большой петли вот этот вот выступ элемента AY. Вот таким образом. Эти два элемента у нас соединены. Теперь элемент AY имеет на конце вот этот вот маленький вырез. Нам нужно его продеть в Ханаяму, в маленькую петлю Ханаямы. Вот так. Следующий элемент, который мы будем продевать в маленькую петлю, будет с большим вырезом по центру, таким завернутым. Подводим его к петле элемента AY и вставляем в эту петлю. И осталось нам только один элемент соединить с петлей. Это будет элемент, который называется Ханаяма, и его нужно соединить с маленькой петлей элемента Vortex. Для того, чтобы это сделать, нужно подвести Ханаяму вот этим вот вырезом, который еле заметный, к петле и продеть в петлю. Если вдруг это не получается, значит, третий элемент, который называется AY, нам препятствует. Для этого нужно вот этот вот выпуклый хвостик элемента AY, он находится с этой стороны, перевести на другую сторону петли от Ханаямы маленькой. Вот так. И теперь в таком положении мы достаточно легко вставляем Ханаяму в маленькую петлю элемента Vortex. Теперь возвращаем выпуклую часть элемента AY в петлю Ханаямы и закрываем головоломку. Все, вот таким образом она разбирается и собирается. Сложно, когда ищешь решение сам, то это в 5 раз сложнее, чем когда его где-нибудь подсматриваешь, но это достаточно хорошо тренирует мозги, руки и вообще увлекательное времяпровождение. Если тебе нравится эта головоломка, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы быть первым, кто увидит мои новые видео.